Всем привет, с вами Алексей. 9 июня 2021. Находимся на одном из экспериментальных участков Игоря Губина, и ему и предоставляем слово. Всем добрый день. Один экспериментальный из экспериментальных участков, это громко сказано, он у меня единственный. Да, у меня есть еще другие участки. Кстати, мы сегодня планировали поехать наконец-то на еще один мой участок, но дожди, грязь, а там чернозем. Там достаточно сложно сегодня находиться. Хотел показать конец этого экспериментального участка и показать, что этот участок находится в пойме реки. Вот сзади пруд, заливной луг, и там в конце луга течет река Уды. Здесь зимой из-за этого достаточно серьезные морозы, но плюс зато летом есть то, что достаточно прохладно, если жара. Здесь в конце участка, возле опорной стены, посаженный ряд саженцев. Надо сказать, что это южная сторона, самая такая неблагоприятная, потому что здесь раньше всего начинает тепло быть. И тем не менее, если мы посмотрим даже на эту южную экспозицию, на сорта и фундуки, которые здесь посажены, здесь они нет никаких подмороженностей. Весна, как вы все знаете, выдалась очень тяжелой, очень трудной. Это вот, например, шедевр. Это смолин. Ну, смолин сам Бог велел. И тема наша сегодня — ивантеевская селекция. Великолепное развитие. Следующий сорт тоже шедевр. Московский рубин. Это сорта, которые посажены недавно с маточников, с другого участка. Ну и дальше. Там вырос невый, дар Павленко, трапезунт. Все в абсолютном порядке. Продолжая тему краснолистных, вот сейчас мы находимся возле пушкинского краснолистного. Значит, прекрасно развивается куст. Никаких проблем с ним нет. Единственное, что мы делали, это то, что мы где находили орешки, убирали. Пусть развивается. Пусть корневая работает. Орехи мы уже видели. Поэтому оставляем его в свободное развитие. Идем дальше. Дальше. Следующий сорт — это ивантеевский краснолистный. Только как бы небольшое отличие между пушкинскими краснолистными и ивантеевским краснолистным имеется. Они вообще считаются братья-близнецы. Тоже нет никаких проблем. Тоже куст прекрасно развивается. Чувствует себя очень уютно, комфортно. Тоже мы орешки все завязи посрывали, потому что цель сейчас, чтобы он разбился. Это основная цель. Ну, это у нас 42-19. Очень мне нравится этот куст. Очень мощный. Просто очень живучий. Просто в нем энергетика и сила чувствуются великолепно. Все кусты, которые мы показываем, это сегодня молодые кусты, которые с моих маточников взяты и перенесены нам экспериментальный участок, так чтобы они были перед глазами. Поэтому все эти кусты, которые будем показывать, это все третье лето у них. А взрослые кусты мы хотели показать сегодня, но я сказал, мы не смогли туда доехать. Игорь, скажите, пожалуйста, были ли весенние заморозки? Зима была вообще очень... Холодно было этой зимой, не знаю, у меня было 22, это, пару слов скажите, вот это, зима и заморозки, то есть мы сейчас смотрим. Я даже на состояние растения. С трудом вспоминаю, насколько еще какой-то год был идентичен с этим. Очень тяжелый год, что апрель, что май были очень холодные, и заморозки даже были в конце мая до минус 5 градусов. Хорошо, идем дальше. Это еще один представитель ивантеевской селекции, сорт первенец. Считается одним из шикарных опылителей. Ну, это мы не успели оборвать орешки, так что можно их и не показывать. Потому что, как я уже сказал, цель — орехи уже мы знаем, какие они, что есть. Цель сейчас — пусть развиваются кусты. Ну, еще один куст 42-19 хотелось показать. Тоже это третье лето.
был пересажен с моего участка от маточников. Ну, великолепно развивается. Каждый день на глазах. Просто душа не нарадуется. И, кстати говоря, и обработки были в этом году всего лишь один раз. Погодные условия не позволяли. Тем не менее, мы видим, лист чистый. Все нормально. Очень мощное растение. Почему показываем этот куст? Потому что у него еще есть плюс по сравнению с другими рядом с водосточной трубой. И отсюда всегда с крыши вода ему достается. То есть это еще маленький нюанс, который показывает, насколько вода важна. Хорошо, идем дальше. Это еще один представитель ивантеевской селекции, академик яблоков. Тоже очень интересный сорт. С интересным орехом, с единственным минусом, то что он не является никаким опылителем, в отличие от других краснолистных, потому что у него всегда вечно сережки подмерзают. А так, очень декоративный и очень урожайный сорт, мне он очень нравится. Вот еще раз пушкинский краснолистный, но тут ребята не досмотрели, еще орехи не оборвали. Но мы их видели, очень крупный орех, просто очень большой орех и очень вкусный. Но эти орехи, к сожалению, обречены, мы их уберем. Значит, это тамбовский ранний, тоже я его отношу к ивантеевской селекции, хотя он, конечно, выведен в других краях. Тоже взят с маточного куста, посажен на экспериментальном участке. Очень интересный орех, очень молодой, это всего лишь второе лето. Очень многообещающий сорт, прекрасный опылитель для всех ранних сортов. Не надо долгоносиков, а надо иметь собак на участке. И тогда у вас все будет отлично. Прекрасно, идем дальше. И показ ивантеевской селекции краснолистных все-таки хотел завершить смолиным. Вот как по мне, он мне больше всех нравится. Очень красивый сорт. Очень красивый. Они вроде все краснолистные, но этот особенный у него цвет. Мне он очень нравится как орех и как декоративное растение. Ну, из всех краснолистных ивантеевки это мой любимец. Ну, пошел дождик, Бог помочь. В заключение хотел сказать следующее. Есть замечательный человек, Протасова Марина в Курске, которая сумела сохранить эту ивантеевскую селекцию. И выразить ей глубокую благодарность. Замечательные сорта, я ими очень доволен. Ну, думаю, они тоже найдут свое место и у нас в стране. Всем спасибо огромное. Спасибо хозяину. Всем огромный привет с Харьковской области. И всем пока.